Всем привет и хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Привет всем зрителям нашего канала. Закончил сегодня длительную возню с магнитофоном Saturn 201. Такой довольно компактный, не очень габаритный. Катушечный магнитофон, рассчитанный на воспроизведение четырехдорожных фонограмм на 9 и 19 скорости. Более подробно о его ТТХ я рассказывал. Это 70-е годы прошлого века. Выпускался в СССР. Обладал, скажем так, довольно приемлемой для нас ценой. Ну-ка посмотрим, сколько он стоил. 220 вольт. Цена 210 рублей. Магнитофон Saturn 201, тип УПМ-24, год 71-го года. По цене 210 рублей. Ну, как зарплата инженера первой категории для тех лет. Он продавался. Значит, магнитофон четырехдорожный. Вот видите, переключатель 3-2, 1-4 дорожки. Вот, что радует, у него есть с заводом уже предусмотренная 19 скорость. Органы управления предельно просты. Переключатель скоростей, он же выключатель сети, расположен слева. Переключатель родов работ расположен справа. Перемотка вперед, перемотка назад. Да вот мы сейчас это и посмотрим. То есть в таком положении сеть отключена, в таком положении включена 9-я скорость и включена сеть. Загорается вот эта вот лампочка подсветки стрелочного миниатюрного индикатора записи. Вот таким образом включается перемотка налево. Кстати, довольно бодро мотает. О внутренностях этого магнитофона я тоже рассказывал. Ну, поскольку передняя катушечка несколько больше загружена, вперед мотает только с толкача в данной ситуации. Ну, вообще, когда она пустая, мотает довольно бодро. Это нейтраль. А чтобы включить воспроизведение, нужно нажать и утопить. Вот, как вы видите, тут у нас записан Modern Talking. И на первой, и четвертой, и на третьей, второй дорожках это он. То есть в стереорежиме этот аппарат не работает. Но мы его сейчас с вами, на 9-й скорости записан Modern Talking. Но мы сейчас с вами, друзья, попробуем этот магнитофон испытать на запись. Из органов управления есть регуляторы тембра, разделенные по низким и высоким частотам. Регулятор громкости, один, два динамика, один регулятор, мономагнитофон. И регулятор уровня записи. Вот такая вот крутилочка. Ну, приятные такие, полностью цельноточные из алюминия ручки. Причем магнитофон производит такое скорее благоприятное впечатление. И имеется также счетчик, условный счетчик метража расхода пленки. Он не в метрах, непонятно в чем он градуирован, как все эти подобные счетчики. Итак, сейчас вот возьмем в качестве источника звука компьютер. И что-либо с него попытаемся воспроизвести из безлицензионного, чтобы, соответственно, нас YouTube не очень забанил. Так, ну что у нас тут на компьютере есть? Пока включаю на компе, чтобы убедиться, что действительно запись с него пойдет. Вот такая композиция спокойная. Путем вот такого кабеля, джек 3,5. С выхода на наушники магнитофона возьмем сигнал и отправим его на вход магнитофона. Включаем паузу. Запись включается вот таким образом. Вот, теперь уже все воспроизводится через динамики магнитофона. Уровень записи, не знаю, видно вам, не видно. Вот здесь устанавливается. Сейчас немножко вот так зашкал, а вот так будет нормальный. Давайте обнулим счетчик и снимем с паузы аппарат. Пишет на 9-й скорости на 1-4, я так понимаю, дорожку. А на 3-2 остается Modern Talking, который не стирается. Звук довольно приятный, чистый. Знаете, потому что здесь, в принципе, применены германиевые транзисторы. Вот, входной MP27A. Вот, такой хороший, высокочувствительный, малошумящий германиевый транзистор. Вот он, кстати, был неисправен. Ну, и там еще конденсаторов некоторое количество пришлось выкинуть. Так, посмотрим, что у нас записалось
отматываем до нуля. Пока еще можем. Так, а где наша запись начинается? Вот. Ну что, хочу сказать, вполне прилично записала на 9 скорости, не правда ли? Вполне прилично на 9. Если включить воспроизведение записанного на 9 скорости на воспроизведение на 19, то за шкал увидим по высоким частотам. Да? А давайте что-нибудь запишем на 19 скорости. Дайте какую-нибудь другую композицию. Так, что у нас там еще? Что-нибудь такое поинтересней. Вот тоже спокойная, медленная композиция, да? Какая-то аж больно спокойная. Что-нибудь пободрить. Вот такое давайте. Так, это сразу без паузы. Включаем на запись. На 19-й. Незыбки хорошие. Но это мы слышим сейчас подаваемый на магнитофон сигнал. Какой он будет записанным, я пока не знаю. Сейчас послушаем. Так, отмотаем. Ну, похуже, конечно, чем подаваемый. Тем не менее. Еще что-нибудь попишем. Так, на какой? На 9? На 19? Давайте на 9. Какую-нибудь другую композицию. Так. Вот такое вот что-нибудь. Да, часов на коррекцию надо будет, конечно, покрутить. Зашкал на высоте. Переходящее искажение. Так, а если на первую четвертую дорожку? Какой-то зашкал. Интересно. Теперь на 19-й.
перегруз какой-то у нас пошел. В общем, надо еще позаниматься этим аппаратом. Но так, в общем, в целом, работает и подает надежды на лучшее звучание. А я на этом откланяюсь. Всем привет и хорошего настроения. Всегда с вами Сергей. Пока-пока.